Что это тоже такое, а? Давай. Сань, не-не, вот это стоп. Куда? Всем привет, меня зовут Маша Цкирия. Сегодня мы пришли в гости в клуб к Артему. В общем, сегодня, друзья, все будет жестко. Цкирия будет пробовать себя в роли бойца ММА. В общем, посмотрим, что из этого получится. Заканчиваются запасы спортпита, а на поход в маркет не хватает времени? Закажи любую продукцию на market.docha.com с доставкой, и мы привезем ее тебе в удобное время домой, офис или тренажерный зал. Бесплатная доставка на все заказы от 3000 рублей. Да. Мешаете, как всегда, нас лучше. Сегодня к нам пришла Маша Цкирия. И твоя задача, я сейчас буду как следует размер. В общем, давай разминочку сейчас. Пошла сделать, давай 5 минут. You know you want it, something from me. Don't even say it. Ускорение, стой, делай, стой как. На! Че, Миш, чувствуешь? Бам-бам-бам-бам, пятая точка как, да? Давай. Рычаг, локти сверху. Это болевой прием, самый распространенный в боях. Позиция верхом. А я должна быть сверху или снизу? Да, вот он делает немножко неправильно, как будто дрочит. Да, ну, у меня есть выбор. Да, нет. Почему ты этого не сделаешь? На ней? Да. Понимаете, красивая женщина должна доставаться всем. Как говорят многие, девушка должна быть хорошей, чтобы ее люди пробовали, хвалили. Сегодня у нас вещи кожи приколов, да, смотришь? Садись, да, давай. Ой, оторвался, да? Да, да, садись на него верхом. Хорошо, ладно, мокренький. Как она тебя нежно поет. Так вот взял, взяла сюда руку. И теперь свою правую ногу ты должна перекинуть сюда, так, чтобы локоть у тебя был в районе пупка его. И за голову. Теперь ложишься назад. Ноги вот эти здесь, смотри, дальше жестко вот здесь. Ноги скрестила. Теперь прижала плотно, да, как будто влюбилась в ручку максимально. Потом помоешься, не парься. И ложись назад. Таз наверх, задницу наверх. Нет, так? задницу наверх. Так? Да, да. Все. Ну, это было прикольно, такой интересный опыт. Может быть, даже когда-нибудь в жизни мне это пригодится. В общем, сейчас научим Скирию бросать заднюю подножку. Если что к ней кто-то подходит, она ша! И дополнительный сверху. Сюда, сюда. Раз и дальше. Бам! И начинаешь его валить. Только я пад рукой на ногу. Последний спарится! Правой ногой задеваешь. Да, не нагружай. Правую ногу подступаешь, левую перекидываешь за голову, ложишься назад, сюда, ложишься назад. Вообще, еще. И давай, таз наверх, задница наверх. Все. Левая зашагнула, да. Правую перекинула. Да, все ломается. Ломается. Не верим, да? Сними это. Смотри, они все друг друга. Куда болеть?
Коронка. За него садись. Пей. А на тебя смотри. Вот, еще. Точно, ну, нормально. Дышать тебе хорошо? Нормально. Да, снизу ему, снизу. Посись, как на. Миша ничего не сделала, она уже орёт. Ну мало ли, так один раз заедет и все, мне полгода в больничке лежать. Да ладно. Парни, я последний. Что ты боишься? Где его? Маш, расскажи еще, как тебе понравилось ММА или нет? Вот, сложно вообще тебе было или нет? Ну, ты все очень доступно объяснял. Да, я попросила, чтобы ты объяснил, как для дебила. Ты действительно вот так и объяснил. Да. И я даже поняла. Что ты поняла? А что ты поняла? Ну, кое-что поняла. Что смогла, то поняла. Смысл жизни поняла на ММА. Да, почти, да. Ну, на этом тренировка наша закончена. Это было неописуемо. У меня впервые такое в жизни. Столько мужчин. Классно. Я думаю, еще вернусь в гости. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.